На дворе весна, календарь отсчитывает последние дни мая. Из года в год в этот прекрасный день по всей стране в школах собираются вместе педагоги, родители, почетные гости, чтобы сказать выпускникам добрые напутственные слова и пожелать им успешной сдачи экзаменов. Сегодня на нашем празднике присутствуют почетные гости. Уважаемые учителя нашей школы. Безумно волнующиеся мамы, папы, друзья наших выпускников. Сегодняшний чудесный праздник, праздник, который с нетерпением все ждали. Этот праздник дорог для всех, кто находится сегодня здесь. Он дорог родителям, которые на протяжении всех школьных лет волновались за своих детей и вместе с ними переживали победы и поражения. Он дорог учителям, и мы уверены, что сейчас в сердце любого учителя звучат нотки гордости за каждого из сегодняшних выпускников. И, конечно, он дорог самим героям этого праздника. И сейчас под ваши бурные аплодисменты мы приглашаем выпускников 9 классов 2019 года школы 54 Красносельского района города Санкт-Петербурга. Приветствуем 9 класс и классного руководителя Лилию Павловну Брехову. Встречаем 9 Б и классного руководителя Рену Аликовну Джафарову. Когда уйдем со школьного двора, под звуки ваши аплодисменты первому В-классу, классному руководителю Анастасии Александровне Борусовой. Учите нас на воде до ума, и вновь на зах, и вновь ему с утра. Встречать, учить, и снова расставать. Торжественное мероприятие, посвященное последнему звонку, объявляется открытым. Thank you.
предоставляется директору нашей школы Никитиной Ольге Петровне. Дорогие ребята, уважаемые родители, гости, я поздравляю вас с окончанием учебного года. Для девятиклассников, для наших, сегодня прозвучит последний звонок в девятом классе. Но все успешно сдавшие экзамены будут переведены в десятый. Мы вас ждем в десятом классе. А сейчас я хочу зачитать приказ о допуске к итоговой аттестации. Потому что сейчас вторая ступень, которую вы должны успешно преодолеть. Перед вами третья ступень, последняя, завершающая. Я желаю вам в преодолении этих ступенек только легких шагов. Приказ 13 мая 2019 года, номер 95, о допуске учащихся 9 классов к итоговой аттестации. В соответствии с законом об образовании Российской Федерации, на основании решения Педагогического совета школы от 13 мая 2019 года, протокол номер 3, приказываю допустить государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов, освоивших основную образовательную программу основного общего образования и в полном объеме выполнивших учебный план. В составе 9А класс 27 человек, 9Б класс 26 человек, 9В класс 19 человек, итого 72 человека. Директор Никитина. Ребята, я поздравляю вас. Надо преодолеть вторую ступень успешно. Я желаю вам успехов на сдаче экзаменов и ни пуха, ни пера. Дорогие друзья, со словами поздравлений приглашается наш почетный гость, представитель администрации Красносельского района Холод Владимир Иванович. Уважаемые учащиеся, уважаемые выпускники, от лица администрации Красносельского района я вас поздравляю с этим значимым праздником, последним звонком. Выпускников ждет ответственная пора сдача экзамена. Я, конечно же, желаю им сдать их на отлично. Выпускникам, которые покидают стены этого замечательного учебного учреждения, я желаю не забывать своих любимых учителей, которые на протяжении долгого времени делились с вами знаниями, отдавали частичку себя. Удачи вам и в добрый путь. Спасибо. Окончание учебного года – это время подведения итогов. Мы гордимся тем, что у нас 120 учащихся закончили этот учебный год с отличными результатами. Дорогие ребята, школа гордится вами. Вы наше настоящее будущее. Вы наша школьная элита. Мы поздравляем вас. Давайте поприветствуем наших отличников. И среди наших отличников есть две выпускницы. Разинькова Валерия и Титова Екатерина, которые получают аттестат с отличием. Ваши аплодисменты, друзья. Примите наши искренние поздравления. Начало положено. Желаем вам в скором будущем покорить множество новых вершин и пополнить свою коллекцию наград. Дорогие выпускники 9 классов, сегодня особый праздник. Он не отмечен на календаре красным цветом, но его отмечает вся Россия. 9 лет назад для вас прозвенел первый звонок. Более 20 тысяч школьных звонков услышали вы за 9 лет учебы. Казалось, им не будет конца, но время неумолимо. Уже позади первое девятилетие. И сегодняшний звонок последний возвестит о том, что позади важная ветка вашей жизни, а впереди очередная ступень в новую взрослую жизнь. Дорогие выпускники, сегодня вас пришли поздравить первоклассники. Они уже закончили свой первый учебный год, знают толк в учебе. Прислушайтесь к их напутствиям. Встречаем наших первоклассников!
Этот день. Запомните этот час. Сегодня наши девятиклассники прощаются со своим классом и смело заявляют: мы окончили основную школу и готовы вступить на порог взрослой жизни. Кто-то из них пишет
продолжить свое обучение в других образовательных учреждениях, а кто-то перешагнет порог 10 класса. И мы предоставляем слово нашим выпускникам. Дорогие родители, любимые наши учителя, лишь 2 года назад мы пришли учиться в эту замечательную и новую школу. И в эти 2 года уместилась целая жизнь. И на протяжении этой жизни ждали наши учителя, надежные товарищи и отличные советчики. И сегодня нам предоставлено выразить все слова благодарности, признательности, любви и уважения вам, наши дорогие учителя. Спасибо вам, что вы нас любили, хотя и строги были к нам в очах, за то, что вы нас мыслить научили, за все, что сделали для нас. Спасибо тем, кто нас ведет к познанию, кто выбрал путь нелегкий и здоров. Спасибо тем, кто гордо носит звание учитель, воспитатель, педагог. Мы смотрим тревожным и радостным взглядом в предчувствии новых путей и дорог. Сейчас он раздастся по всем коридорам. Веселый и грустный. Последний звонок. От этих минут никуда нам не деться. И каждый из нас с этим чувством знаком. И значит, не только лишь школьное детство уходит от нас вместе с этим звонком. Крутый не жизнь перед нами лежит как тетрадка, в которой пока нет ни строки. Звени же над прошлым и настоящим, над всем, что берег я и что не сберег. Звени же над детством моим уходящим, веселый и грустный последний звонок. Школьным порогом. Минута прощания. Она воскрешает в памяти каждого из вас самое лучшее, что у него осталось в стране детства. Прислушайтесь внимательно, и вы услышите, как рвется натянутая струна первозданной тишины, и начинается хрустальный перезвон нежных звуков школьного вальса. Пойдем. Кружится вальс над землей. Только немного грустим мы с тобой.
Подошло время самой торжественной минуты нашего праздника. Сейчас произведет последний звонок для выпускников основной школы 2019 года. Право дать последний звонок предоставляется выпускнику 9 класса Егору Иванову и ученице 1 класса Олесе Поляковой. Праздник последнего звонка закончен. Почетное право первыми покинуть торжественную линейку предоставляется нашим выпускникам. Эти аплодисменты звучат в вашу честь, дорогие выпускники. Ваше следующее право покинуть линейку.